Скорость мышления и быстрая реакция – навыки, необходимые при задержании преступника. В Химках провели мастер-класс по тактическому полицейскому дзюдо. Этот стиль зародился в Канаде и быстро распространился по странам Европы. Швейцарец Паскаль Бадан начал свой путь боевых искусств, когда поступил на службу в полицию больше 30 лет назад. Сейчас возглавляет клуб полицейского дзюдо на родине. В обычном спортивном дзюдо есть правила, но на улице таких правил нет. Твоя основная задача – не заработать очки, а задержать кого-то. Об этом нужно помнить, что противник не соблюдает правила боя. Навыки дзюдо нужны не только людям в погонах. Юлия Пелагейкина – ученый, на работе проводит исследования медицинских препаратов. Свободное время отдает восточным единоборствам. Уверена, умение принимать быстрое решение – полезный навык в работе. Опасная работа с неизвестными иногда субстанциями, препаратами, поэтому нужно уметь очень быстро реагировать на любые изменяющиеся какие-то обстоятельства. Вот это, наверное, тоже повысить скорость реакции, знать, как действовать. Вот это очень полезно. Идею научить химчан полицейскому дзюдо поддержала администрация округа. Заместитель главы Игорь Панчук посетил мастер-класс, вручил Паскалю Бадану благодарность и памятные подарки. Это уже второе международное мероприятие у нас в городском округе. И хотим, чтобы наши жители об этом знали. И если у них есть соответствующий интерес к данному виду спорта, могли посещать данные секции. Узнать о направлениях боевых искусств, попробовать свои силы в восточных единоборствах можно в центре Агацукан в Химках. Подробная информация на официальном сайте. Алена Беляева, Ксения Брагина, Дмитрий Бочаров. Служба новостей.